Всем привет, ребята! Сегодня будем выживать на Skyblock M. Это тоже режим на SP Worlds. Да, я уже снимал давно. Короче, забудем. Вот, появился новый режим, хотя появилось много новых режимов. И пропало тоже новых режимов много. Вот у меня костюмчик такой вот. Дыра тут вот в голове. Но это ладно. Там я сижу в доме. С дыркой в полу. Skyblock M, кстати, называется режимчик. С дыркой в полу, короче. Это я просто закрывался от фантомов, которые там гуляют на улице. И вот ночь, темно, холодно, страшно. И тут дыра. Я без оружия. Вот у меня тут есть железка, поршни, дерево, бронза. Это все ресурсы для моего нового изобретение. Ну как нового? Уже есть одно. И два. Одно все-таки. Вот. Я сейчас хочу выкопаться наружу, потому что прям хотел начать снимать, а уже выскочили они. Капец. Я выкопался на источник воды. Так. Да, вот они. Вот они. Гуляют там. Видите? Тихо. Заметил. Ладно, ладно. Ну-ка, что тут еще есть? Я уже даже не знаю, где я. Я знаю мой остров. Это типа скайблока. Я, может, вам когда-то покажу. Но не знаю, когда. Но это типа скайблока. Сейчас. Вот, чтобы светло было. Хотя бы чуть-чуть. Так. Скайблок, но чуть другой. Вот, садите, help вышел. И вот... Командочка help, и тут всякие рецептики. Вот начинаем мы с этого. Там есть дерево обычное и остров. Вот такой вот кругленький. Вот, рубите дерево. Это так рассказываю начало. Дальше уже вы сами все поймете. Позволяет добыть воду и создать некоторые ресурсы. Вы ставите бочку, вам даются предметы. Дальше вы делаете сито. Самый, можно сказать, полезный предмет, который вообще существует на этом острове. На которую вы попали, да сам не знаю как. Вот, смотрите. Так, тихо, заметили? Тихо. Капец. Что делать? Ну что делать? Чего? Уже утро, что ли? Да, походу утро. Так, можно выбираться. О, тут чел какой-то. Да и... Короче, посмотрим, кто это. Тут я чуть-чуть случайно механизм сломал. Так, давайте напишем в чат. Привет. Привет. Мистер Дейзонт. Хай. Пусть погуляет, то он все равно тут ничего сделать не сможет, потому что если мы пропишем слэш и, слэш, понял, слэш и, мы сможем посмотреть характеристики нашего острова. Владелец Диранюша, то есть я. Пересоздать остров мы не хотим. Поменять точку спавна. Понятно. То есть, если мы запретим это, то они не смогут выкидывать и поднимать предметы. Если мы сделаем остров приватным, то никто к нам не сможет зайти вообще никак. Ну, только администраторы. А зачем им сюда заходить, я сам не знаю. Ну, все равно это все я открыл, потому что это мне нужно. Вот, например, я могу пригласить людей. Вот уже ушел куда-то. Могу пригласить людей и, в принципе, все. Давайте починим механизм. Так,
Так, так. Готово. Нам нужен рычаг, чтобы запустить его. Или кнопочка. Вот у меня тут два рычага. Ставим сюда, вот, например. И ломаем. Все готово. Запустился механизм. Тут нету кирки. Это, если что, вот это... Как там его? Забыл, короче, генератор булыжника. Во! Вспомнил. Это у нас сюда нужно молот. Это новый предмет, который был добавлен. Это у нас разрушитель. Он разрушает молотом. Это у нас строитель ставит. То есть строитель ставит, а разрушитель ломает. Если предмет ломается молотом, например, гравий, то с него падает песок. Вот. У нас еще есть сито, про которое я вам уже говорил. Которое... А не это перемалыватель. Это еще одна прикольная штука. Но не такая уже важная. Вот. Сито могут падать... Ой, с песка могут падать. И сито тоже важные предметы. Что это? Оно само нажалось. Так. Вот стрелочка вверх. Вот. Тут куча всяких разделов есть. Сито. Вот, все предметы, с которых может оно падать. Вот еще почта душ. Почва душ. И песок душ. Можно можно сделать незерит. Так что вот. Ладно. А, все. Понял. Вот. Тут есть 4 уровня. 2. Кстати. Я хочу это. Я хочу это. Я даже раньше не думала об этом. Ладно, булыжник. При просеивании булыжника может выпасть всякие вот такие вот предметы. При песке вот даже осколочек алмаза. 4, кстати, таких осколочка уже значит один алмаз. Вот, с гравия всякие руды. Тут добавлена руда новая. Кусочек... Не, вот кусочек олова и рудное олово. Так, текстурка сделана красиво. Спасибо. И земля. Всякие вот такие вот прикольненькие, красивенькие предметы. Решань. Береза. Береза. Так, так. Береза, береза. Так, ложим сюда землю. Красиво. Семена. Я могу и так любить. У меня много. Делаем так, арбуз, тростник. Все круто, глина. Но мне нужна береза. Береза, если не знаете, то у меня бизнес по деревьям. Я продаю 7 деревьев, получаю кучу железа. Пока что еще алмазов мне не доходилось брать, но железо. Где у меня все? Вот. У меня 61 железо. Сейчас мне нужно 4 железа, чтобы сделать блок железный. И сделать еще над ситом поставить автоставитель, чтобы оно работало само. Да. Вот. Я просто ложу туда предметы, и оно будет само работать. Да. Да, 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 да. Для этого нам нужна бронза. Это еще одно новое, что было добавлено. Вот у меня есть вот это вот. Значит, заходим в перемалыватель. Ложим это сюда. Сюда, сюда, говорю. Сюда. Наконец-то. Наконец-то. Дальше. Мы берем эту палочку в руки. И вот так вот берем ее. И перематываем.
ее в разные вообще стороны, чтобы оно просто перемазывалось там внутри. Все готово. Дальше берем нашу горсть медной пыли. Потом. Берем, что, где оно? Берем горсть оловянной руды. Делаем это вот так вот в крафтах. Ложим сюда. И получается 4 горсть вот это бронзовой пыли. Тут можно запутаться. Ложим ее в печь обычную. Ничего не надо крафтить. Просто 8 камешка. Так, угля нету. Понимаю. Ну, проблемка. Кстати, чего я вообще еще не засадил бамбук? Он же крутой. Вот. Так, все. Минуточка бамбука. Все, закончилось. Ложим это сюда. Так, все. Железный блок нам нужен тоже для крафта. Поршень сюда, вот железный блок сюда. Потом нужно будет 3 медных слитка вот сюда вот. О, это то есть бронза. Вот 3 бронзы сюда. Как раз есть. Вот 3 бронзы сюда. И плотный, либо не знаю, как он там называется, булыжник. Да, плотный булыжник. Крафтим его. Крафтим. Нужен еще один. Все, получается 4 плотных булыжника. Их по сторонам получается... Нет, железный блок не сюда. Чтобы получить то, что нам нужно положить сюда, нам тоже нужен, да, железный блок. Нужно еще 4 бронзы. Да, это бронза. Наконец я это сказал правильно. Так, это есть. Берем сразу одну штуку. Страшно. Одну штуку. Дальше нам нужно переплавить. Да, все. Готово. Так, нужно медь еще сразу переплавить. Чуть-чуть осталось. Вот, готово. Фух. Так, теперь идем сюда. Ложим это сюда. Я сказал, вот сюда. И... Крутим, вертим. Вот, теперь крутим, вертим. О! Во! А! Паук! На тебе! Паук! На тебе! Киркой прям! Паук! Фух! Мне еще тут пауки не попадались. Где ты? Откуда ты? Оттуда, наверное, или оттуда? Фух, одно хп. Так, одно хп. Яблочки. Вот, яблочки. Пока я выращивал деревья, я уже кучу яблочек поел. Но все-таки остались. Так что кушаем яблочки. Яблочки это хорошо. Яблочки это вкусно. Яблочки это витамины. Так что все. Так. Нужно оружие. Я понял. Вот мой топор. Любимый.
И, в принципе, сейчас. Продолжаем. Фух. Готово. Работа выполнена. Так что все, берем эти штучки. Медную пыль. О, горсть медной пыли. Во. Так, теперь нам нужно его вот сюда вот, вот так вот. И положить вот тут вот такую вот штучку. Значит, ложим это сюда. И нам нужно всего лишь одно. Все готово. Ну, в принципе, ты там плавься. О, день. Так. Сколько у нас все это есть? Нам нужно еще сразу переплавить чуть-чуть песочка. О, все готово, 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 готово. Я думаю, дальше переплавлять не буду, потому что это ценный ресурс. И, в принципе, есть, есть, есть. Что еще должно быть? Все, готово. Дальше делаем стекло. Вот так вот расставляем бронзу. Вот так вот. Посередине железный блок. И готово. А, нет, не так. Наоборот. Наоборот. Все, готово. Рамка механизма 1. Это мы ставим посерединке. Все, дальше. Вот так вот раскладываем. Ой, господи. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Дальше ставим это сюда. И получаем строитель 1. Да, это строитель. Фух, я ничего не перепутал. Дальше. Мы ставим его сюда. Дальше. Закапываем все под землю. Убираем сито. И проверяем. Да, все верно. Ставим сито обратно. Ставим эту фигню обратно. И ставим песок сюда. Берем наш рычаг. Ставим его сюда. А, нет. Перепутал. Нужно его поставить вот сюда. Да. Есть. Теперь. Так, я понял, ребята, в чем была проблема. Оно просто стояло. Ой, что это? Что это такое? Откройся Майнкрафт обратно. Вот, я понял, что это была за проблема. Оно стояло вот сюда вот. Вот так вот. Я подставил там рычаг. Да. Так. Так что ставим. Так что нажимаем. И. Ну. И чё? И чё? И чё? Не, это обман. Давайте просто так нажимать. Це обман. Ничего не вышло, но было прикольно, интересно. Будет у нас это. Не забыл, как он называется, но пусть будет эта фигня. Называться будет фигней. Обсидиан, кстати, познакомьтесь. Вот строитель, во. Будет у нас тут строитель стоять. Песок. И будем стоять, получается. Делать. О, аметист.
падает тут куча всякого всего. Алмазы! Только сказал про алмазы, сразу алмазы. Круто! А я тут пытался сделать стаков, несколько стаков вообще этих алмазов. А они мне так и не выпали. Вот, новые достижения, алмазы! Ура! У меня есть первый алмаз. Первый алмаз. Ладно. Мне нужны нитки. И я их найду любой ценой. Так, ребята, я нашел, у кого можно купить нитки. И у этого чела по той. Нажимаем ИТП. Вот. Мы появляемся вот тут, вот в домике его. Надеюсь, что это его домик. Там вот механизмы, видите. И вот тут вот автомат, где за одно железо можно купить одну нитку. А нет. Нас обманули, товар закончился. И выйти мы даже не можем. Да, привет. Привет. Есть нитки. Нет, не в казино. Жаль. Тогда я пошел. Нет, я один. Нет, я один. Но только с вами. Вот потому что я снимаю видео. Я снимаю с вами видео. Потому что я только один. И разговариваем мы позже одни. Да. Что это? Привет, домер, конечно, но... Так. Не, я хотел... бы сам. Так, кажется, так кажется лучше. Ну ладно, короче, ладно, пока. Вот, стоп, вернуться. Нам нужно прописать команду ИТП. И все, мы обратно на своем острове. Это очень круто, это очень быстро с моим нашим любимым алмазиком. Но пока что я буду искать нитки вновь. А не. Ну, в принципе, все готово. Все срубили. Так, 46 бамбука. Готово. Тут у нас что? 12 песка. У нас еще 30 есть. Так что... Вот... Кстати, можно же вот так вот делать. Так что нам нужны алмазы. Нам нужно больше алмазов. Вот если я вам вот это вот... Так. Где оно? Где оно? Вот help. Тут есть больше механизмов. Больше, сказал я. Больше записывающей станции. Это ты там можешь сам нажимать на кнопочки и записывать музыку на пластинке. И продавать ее очень дорого. Потому что эта штука очень дорогая. Тут нужно 4 алмаза, во-первых. Еще 3 кусочка. И без золота. И железо. И вот эта вот штука обычно, которую мы уже крафтили с вами. И нотные блоки. И плотный гладкий камень, который... Окей. Окей. И вот этот, короче, все. Это очень сложно.
И можно будет записывать музыку и продавать ее. А ну-ка, гаечный ключ. Вращают механизмы, а также воротники, раздатчики, любые другие редстоун блоки. Круто. Сейф. Этим блоком может пользоваться только тот, кто его поставил. Торговый автомат. О, торговый автомат. Все, я хочу это. Это еще легко крафтится. Круто. Хочу это, но... Я думаю, это уже в следующей серии. А в этой серии мы только посмотрим, что будет в этом песочке. Одно разочарование, я так понял. Я понял. Так. Пожалуйста, алмаз. Алмазик, хотя бы кусочек. Кусочек алмаза. Не аметист, не редстоун. Не изумруды. Кусочек алмаза, не аметист. Ну, в принципе, кто меня слушать будет? Ладно. Раз никто, то я сложу все вещи. Возьму только бамбук. Положу даже кирку сюда. Ладно, это сюда тоже. Возьму бамбук в правую руку. Этот бамбук левую. И буду с вами прощаться уже, потому что в следующей этой серии уже получилась довольно такая длинненькая для первой. Ну, надеюсь, что нормально. Вот, короче... Всем пока, всем удачи, что еще говорить. Всем пока, смотрите дальше. Всем пока, удачи.